Стой, стой. Они без тебя, наверное, сейчас начнут. Да, ну, начнут. Так, вот тут старт, сейчас будет экшен. Так, пошел старт. Интересное начало. Вова первый. Только сантраки тарахтят. Сейчас, и здесь сразу первое препятствие рядышком. Смотрите, какая борьба. Так, Саня вышел. А вот Нива в стоке практически. Вот Витара. Первые пошли. Красавцы. Вон и бокал. Хорошая Рубилова. УАЗ прошел. Ух, Витара. Ну, в Харькове жесткие ребята. Посмотрите, Нива в стоке чуть не пролетела. Там штурманов, блин, наверное, пол лагеря в том УАЗе. Ты посмотри, что делает. Витара, Витара. Серега, что там в той Витаре? Как она ездит? Ёлки. И все? Вот смотрите, Нива полустоковая. Это бешеный просто. Угор не проедет. Да. Начало просто. Блин, Игорь неудачно зашел. Диагоналка. Траки нужны. Небольшой затык здесь. Там будет сейчас интересное место. Сейчас мы пойдем туда. Траки потеряют, ребята, скорее всего. Витара. Ё-моё, как это? Лёня, давай! Как это происходит вообще? Аккуратно, да. Всё классно, молодцы, пацаны. Подавай твой стол. Валер, вот я вот так, спокойно. Раскорячился. Так, у вас. Не включил вперед, наверное. Есть. Красавчик. Выскочил. У вас это серьезная машина. Так, завалил. Завалил трассу, но проехал. Да, да, завалил. Все ходы записаны. Так, тут нормально исполняют. Четкий экшен.
Наверное, на Ниве. Траектория широкая. Четыре машины помещаются легко. С запасом. А вот и Исузу. Ну, у вас технично. Раскорячка. По прямой надо заходить. Такое препятствие достаточно серьезное. Там он сейчас выкатывает траекторию. Уже там, в принципе. Уже траектория. А вон Вова круг уже дал. Сейчас посмотрим, как Исузу. Может ходом и пройти. У него большие колеса достаточно. Это исполняют. Сейчас смотрим. А там сантраки есть. Сейчас Монтерей проедет ходом, я думаю. Так, там вон препятствие, Вова проходит, у кого-то уже запах сцепления. Смотрите, как технично, красавчик. Сейчас будет здесь. Володь, точнее встал и не встал так высоко. Так, правее. Правее, ниже чуть-чуть, да, да, да. Красавчик не ждет. Более легкую траекторию проскочил просто налегке. Серьезный УАЗ, мы его видели на RFC, я его узнал. На RFC в Толокуне он был. Красиво там ребята шли. Смотрите, без ничего ходом. А вот и Вова. Ходом попробуй, Вова, пробуй! Давай, коксу, коксу! Красавчик! Вот так вот. Так, ну там еще он препятствие, я вижу, впереди есть небольшое. Сейчас посмотрим, как наши пройдут здесь. Витара пролетела просто просантраком. Тут есть траектория за УАЗом, смотрите, четко. Очень много интересных мест. Дождемся завершения вот этого экшена. Ёлки, вы вчетвером должны ее на руках выносить. Да, просто на ровнике. Вот наш УАЗик идет. Тракторист. О, этот газик, да. Это крутая машина. Вот тут уже траектория четкая, да. Шикан, давай сюда! Тракторист, да. Ребята, отойди, оп! Это серьезная техника. Посмотрите, как он едет на маяках. Ё-моё! Что он исполняет? А что там за мотор? BMW? Витара. Тоже в лидера. На угле. На угле. Да, какие-то звуки жесткие были. Да. Право руль.
пошел красиво. Траки подкладывай. Не хватило, да, сантраки нужны. Траки подкладывай, назад. Так, ребята копать начали с Нивы. Назад. Они уже таким коллективом могли выкопать тут, выровнять все за это время, елки. Им надо три лопаты просто было брать и все. На ту сторону. Так, тут подъехали еще. Такая веселая одна яма. Делает экшен нормальный. Приезжай назад, стой. Положи трак второй, второй положи и проедет. Это Нива апокалипсиса он. Посмотрите, это стоковое вообще исполняет просто. Вот и все. Вот и все. Красавчик. Землей бросается, но не накормил. Нива апокалипсиса просто жесткая. Ничего лишнего, даже пороги сняли. Так, ну интересно, что там еще дальше. Сейчас мы пойдем по трассе. Ждем Игоря, Игоря пока нету. Нельзя уйти от этих бойцов, от этого экшена просто. Класс, ходом. Серьезная машина. Нормальный коллектив, да? Да попросите кого-то дёрнуть. Попросите кого-то, да и все, да. Хотя бы назад, чтобы подтянули вас. Вам же разрешено, чтобы помогали. Вам могут помогать только... Участники, да. Все, выкатали траекторию здесь. Уже актуальность пропадает. Там бетонный блок, ну, заезжают тоже все на него. Сейчас покажу вам. Там Витара на блоке. Борются ребята, Витара доехала, круг сделала. А у вас как быстро прошел? И Вова за ним идет. Ну, Вова пока лидирует, насколько я помню. Он первым приехал на второй круг. Сейчас пойдет на третий. И вот этот УАЗ идет неплохо тоже. Или же УАЗ обошел, пока непонятно. Ну, в конце все узнаем. Штурмана такие шустрые. Там серьезные у вас. Очень быстро идут. Так, ну не могу отойти, оставить эту бригаду просто. Забыли, забыли штурмана, да? Завелась, елки-палки. Аж сердце чуть не остановилось. У меня и у всех. Он вперед едет, он едет вперед. Он вперед едет. Он вперед едет. Теперь назад. Попробуйте вперед вправо толкнуть ее. Она может спрыгнет. Вот и Вова. Ходом проходил прошлый раз он, Саня.
Дерево легкое. Четко идут пока. Тут непонятно, белый у вас обошел их или нет. А вот и Витара приехала. Выкладываю тут дорогу. Непонятно, что там в той Витаре вообще, если честно. Да, Витара на 33-х шинах — это нечто. Смотрите, что делает. И все. И поехали. Попробуйте в раскачку вперед вправо толкнуть, вот как он стоит, право руль, и вытолкнуть хотя бы с этой диагоналки. Вперед толкнуть все вместе. Я не так имел в виду. Хайджека нету, да? Полтора часа на количество кругов гонка, я не помню, сказал или нет. Такое препятствие. Непростое. Просто под углом зашли неудачно. Игоря где-то нету долго. Сейчас пойдем искать.